Доброе утро, дорогие друзья, или добрый день. В общем, доброго времени суток. Сегодня продолжаем разговаривать о том, как зарабатывать деньги онлайн. И я продолжаю показывать по просьбам многочисленным уже знакомых, как это делать с использованием бесплатных методов. В частности, эту неделю работаем с Facebook, окей? Итак, моя утренняя, собственно, процедура, что я делаю. Значит, первое, вы должны определиться с тем товаром, который вы собираетесь рекламировать, да? Ну, например, это может быть какой-то товар из Кликбанка или еще что-то. В любом случае должна быть страница захвата у этого товара. У меня есть свой большой бизнес, в котором есть огромное количество всяких предложений, и я, собственно, беру эту страничку. Вот у меня эта страничка How to make money online, 4 simple steps и так далее. Что я сделал? Я просто скопировал вот эту надпись, немножко изменил ее на телефон, то есть в идеале давать вот эти вот записи с телефона. Там есть возможность дать свою как бы такую ссылку, не ссылку, а картинку поставить, выбрать фон, грубо говоря, да, выбираете фон, пишите, хотите узнать, как заработать большие деньги за 4 шага, ничего не продавая, ask me how. Вот это ask me how, то есть спросите у меня как, да, и дальше я просто пощу с телефона это все в свою, на свой, свой таймлайн, да. Вот, как это выглядит на таймлайне, вы видите. И практически сразу же, видите, у меня тут всего 1000 друзей, но сразу же отозвался человек, и вот он меня спрашивает, да, ask me how, он пишет how, да, то есть как. Что я должен сделать дальше? Дальше я смотрю, в принципе, в идеале просмотреть его профиль, да, то есть убедиться, что это живой человек, как бы, да, что, ну, с ним все в порядке, и имеет смысл, ну, что он не из Африки, там, денег нет, и помогите мне там, дайте на жизнь и так далее. Этого нам не надо, нечего с ними общаться. Сейчас мы работаем только с теми людьми, которые нам интересны. Итак, нормальный человек, почему? Видите, он работает с Now Lifestyle, это одна из самых топовых сейчас программ заработка онлайн тоже. Поэтому он явно инвестирует деньги в свое развитие. Опять же, человек из Штатов, я так понимаю. Да, Алабама. Окей, Алабама подходит. Все, дальше что я делал? Я просто пишу ему, соответственно, пост, да, вот так вот он выглядит. Привет, Майкл, to get access, то есть, чтобы получить доступ, пожалуйста, вот твоя ссылка и так далее. Это уже партнерская ссылка, которая ведет его не просто вот на эту страницу, а после того, как он зарегистрируется, просмотрит здесь видеоролик, зарегистрируется на этой странице, он попадает сразу же вот в эту систему. Об этой системе я писал в прошлом, рассказывал в прошлом своем видеоролике. По-прежнему приглашаю вас сюда. То есть стоит она вам будет всего $87 разово. Вы получите даже бесплатный трафик за эти деньги. Эта система позволяет мне видеть все. То есть помимо того, что я даю здесь товары огромное количество, например, вот этот товар, который я сейчас рекламирую, он здесь у меня называется Quickfire Pro. Вот этот Quickfire Pro. Соответственно, дальше я захожу, у меня есть готовые туннели продаж, кстати, о птичках, хорошо, что увидел. Здесь обязательно надо коннектить это все дело с вашим автоответчиком. То есть я вот сейчас просто обратил внимание, что она у меня именно эта страница, я ее еще не рекламировал, похоже, да? Она у меня не законнекчена с Авебером, это преступление просто. Поэтому я сейчас быстренько при вас это сделаю. Значит, все, что мне надо сделать, это взять, узнать номер вот этого Business Start Idea с моего листа. Я захожу в лист Settings и копирую вот эту штуку. Окей, 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 окей. О, ой. Итак, я копирую название просто своего листа. Опять же, если у вас нет своего Вебера, не переживайте, если вы начнете работать со мной, то это все будет включено как бы в этот пакет, то есть я это все за вас буду делать, это не проблема. А, ну вот он у меня тут был, собственно, этот лист, надо было его просто выбрать. Теперь, после того, как я choose your IML, добавлю этот лист, все люди, которые будут регистрироваться, я его добавил, что-то новенькое появилось у нас в системе. Email check out URL.
Даже не знаю, что это такое, это какое-то обновление франчайзера. Окей. Значит, я добавил это дело. Теперь все люди, которые попадают на эту страничку, ну вот это, да, они вводят свои данные сюда, и помимо того, что они попадут вот в эту систему, сразу же, вот на первую страницу, им тут все будет рассказано, показано, как этим пользоваться, они еще и попадут вот в этот мой лист. Это самое главное, то, что нам нужно. Потому что после того, как эти люди попадают в мой лист, как известно, они сразу же начинают получать серию писем от меня, которая состоит из, наверное, уже порядка 90 писем. То есть, представьте себе, да, 3 месяца подряд я им рассказываю о разных предложениях. Здесь есть как предложение с Кликбанка, предложение из моего франчайзингового бизнеса, просто обучающие какие-то видеоролики там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это разово пишется. И, опять же, договоримся о сотрудничестве, вы получите все эти письма бесплатно. Окей, что мы делаем дальше? Итак, первая часть – это то, что вы как бы дали в своей хронике, да, в своей хронике событий эту информацию. Но также имеет смысл расшарить это все дело по группам Make Money Online, Earn Money, Home Business, Entrepreneur и так далее. Да? Давайте начнем с Make Money Online. И как вот это будет выглядеть. Значит, в принципе, это не является спамом, потому что вы же не даете тут никакую ссылку, да? То есть вы тут внутри не даете никакую ссылку никуда. Поэтому просто для Facebook это картинка, и вас не должны тут сильно за это, грубо говоря, шпынять, да? То есть, конечно, желательно это делать не так, как я сейчас, когда америкосы еще спят, а, в общем-то, где-то в районе, когда Америка уже проснулась. Ну, в принципе, не страшно. Я просто это делаю для того, чтобы показать, как это работает. И дальше 5-7 групп с утра, например, 5-7 групп вечером. И фактически это действительно бесплатный метод. Я не люблю бесплатные методы, сразу говорю, но иногда сталкиваешься с очень интересными моментами, с очень интересными людьми, поэтому я все-таки делаю это. Ну и один нюанс, который, почему я считаю, что надо учиться все-таки бесплатным методом, друзья, происходит следующее. Вы становитесь более профессиональным человеком в своем бизнесе. Почему? Потому что, ну простите, каждый дурак может купить платную рекламу, и у него практически так же может ничего с ней не получиться. Но если вы научитесь получать вот эти, например, не разрешают, transcendent, если вы научитесь получать бесплатный трафик, поверьте мне, это уже фактически гарантирует вам то, что без денег вы в этом бизнесе не останетесь. То есть вы становитесь специалистом, вы начинаете понимать, как это все работает. Окей? Вот. Вот такая как бы история. В общем-то, это простой метод. То, что я делаю, я повторяю каждое утро. Занимает 10 минут, как вы видите. И, как видите, дает отдачу. То есть, раз запостил. Да, еще то, о чем я говорил в прошлый раз тоже, что нужно постоянно добавлять, скажем так, друзей к себе. Да? То есть, опять же, если я захожу в какую-то группу Make Money Online, и я вижу, что есть реакция, да, есть реакция на какие-то предложения других людей, я добавляю тех людей, которые отреагировали, которые написали how или там info, или там еще что-то, вот, и так далее, да, то есть если посмотреть вот здесь, сейчас, секундочку, how you can get inst... Или даже те, кто предлагает, в принципе, мне они тоже интересны. Я объясню почему. Потому что это все маркетмейкеры, маркетологи, да, то есть люди, которые этим занимаются серьезно, профессионально. Вот эта женщина, например, ищет работу, там еще что-то. Тут можно все это просмотреть и выборочно как бы подобавлять себе друзей. Эту работу надо делать постоянно, просто потому что... Ну вот смотрите, вот этот WikiJet, уже он пишет, что ему понравился мой пост. Это, кстати, еще раз говорит в нашу пользу. Почему? Смотрите, ну ему понравилось, он может зайти посмотреть профиль, да. На профиле уже стоят более какие-то серьезные вещи. То есть люди с вами начинают знакомиться. Стоят ссылки на сайты, на Instagram и так далее. То есть это как бы такой процесс общения.
общение с людьми, и когда вы начинаете общаться с людьми, у вас обязательно все начинает получаться, потому что люди хотят людей, тепла, помощи, просто команды, с которой они могут сотрудничать, людей, которые на той же волне, все это наше с вами человеческое общение. Итак, еще раз говорю, это мой утренний ритуал, грубо говоря, то, что я делаю каждый день, приглашаю всех вот в эту свою систему, для того, чтобы получить доступ к информации по самой системе, ко всем ее туннелям продаж, к обучению, надо заплатить всего лишь $77, за которую вы еще и получите 30 подписчиков в ваш лист вот сюда. Выглядеть это будет таким образом, то есть вы получите такой же доступ, как у меня, будет у вас все эти же возможности, и я вам потом обязательно расскажу, как этим всем пользоваться, и как это все рекламировать, чтобы зарабатывать большие деньги. С каждого клиента вы можете получить от 30 до, наверное, где-то $500 денег, окей? Так, это вот сегодня уже человек зарегистрировался, но это не тот, который подписывался только что. Ну, в общем, просмотрите, пожалуйста, видеоролики, ссылку на и на предыдущий ролик, вот на эту систему, я вам дам в описании к этому видео. Искренне желаю вам успеха и всего самого наилучшего.